Прежде всего, я предлагаю свои почтительные поклоны. Нитья Вила Правишта, Ом Вишнупад, Аштота Рашата, Шри Шримата, Тавиданта Нараяна Махарадж и его вечному спутнику, его вечным спутникам и дорогим друзьям. Нитья Лила Правишта, Ом Вишнупад, Аштота Рашата, Шри Шримата, Тавиданта Вамана Махарадж, а также своим духовным предшественникам. Нитья Лила Правита, Ом Вишнупад, Аштота Рашата, Шримад Бхактивиданта Свами Махарадж и Нитилила Правишта Ом Вишнупад Аштота Рашата Шри Шримад Бхакти Праджана Кешава Махарадж. Еще Нитилила Правишта Тривикрама Махарадж и всей Рупануга Гуру Вараги и всем вайшнавам и вайшнаве собравшимся здесь, в особенности тем, кто приложил усилия для организации этих встреч, семье Махабалы Прабу, семье Эдуара Прабу, а также моим дорогим мамочке и папочке Кришнадасу Прабу и Дамаянти. Всем, всем вайшнавам. Эти перечисленные личности, а также существует столько великих, великих вайшнавов. А также великие вайшнавы, которых мы почитаем каждый день, их личности были перечислены. Мы так счастливы быть в их семье, потому что они передают аутентичные, истинные знания. Их поведение свидетельствует идеально, они идеальные личности. Если if they are not present, если некоторые из них уже не присутствуют с нами, например, в 1977 году ушел Шрила Прабхупад, и сейчас нам остается демонстрировать, показывать то, что, чему мы обучились. Очень важно, что мы собираемся вместе. И собираемся вместе, и мы открываем, в чем заключается настоящая удача, которой мы удостоились. Это учение Гурудева и то, что мы получили от него. Mm-hmm.
всегда легко следовать хорошему поведению, как вот отцу в доме. Но когда уходит отец и мать, умирает, что происходит? Дети очень часто начинают ссориться и ругаться друг с другом. В России так себя ведут? Нет. Every time. Почему они ссорятся друг с другом? Почему они ссорятся? Потому что они не поняли, в чем суть того, что оставили им отец и мать, того послания, послания о любви и привязанности. Так или иначе, мы должны суметь как-то подстроиться друг к другу и следовать поведению, поведению, которое демонстрировали идеальные личности, наши мамы и папы. Даже если мы видим, что отец и мать иногда ссорятся друг с другом, тем не менее, они всегда сохраняют гармонию и мир. И нам очень повезло, что у нас такие отец и мать. Если у нас есть идеальные учителя, садгуру, которые являются представителями самого Кришны, Кришна так устроил, что в этом мире нет совершенных людей. Вы согласны? Ведь нет совершенных. Также согласна? В этом мире мы все несовершенны. Но тем не менее мы стремимся к этому совершенству. Потому что это согласно нашей природе, постоянно совершенствоваться, развиваться, становиться лучше. Если мы оглянемся на нашу деятельность и будем честны, как мы оценим? Прогрессируем мы или опять нам ничего не удалось? Иногда мы теряем надежду. Кришна, Он совершенен. Он хочет, чтобы также и мы шли к совершенству. Идеальные знания. И наш ум должен быть всегда сфокусирован на то, что благоприятно. Для этого Кришна предоставляет идеальное руководство, идеальных наставников. И в этих писаниях дано совершенное руководство, совершенный совет. В писаниях говорится, что мы должны предаться писаниям Кришны, наставлениям Кришны. Тогда мы будем счастливы. Если нет, Кришна говорит, что если вы предадитесь мне, я все устрою, все, вы будете счастливы, вам не о чем будет волноваться. Но мы отвечаем, нет, я сам все хочу контролировать.
меня есть какое-то место под солнцем в этом мире? У меня есть вещи, которые вот я уже успел приобрести. Я хочу сам всем этим управлять. Но все это на самом деле временно. Ничего не останется с нами навсегда. Однажды нам придется от всего этого отказаться. Не существует нашей собственности. Кому это принадлежит все? Кому это принадлежит? Вот такую хорошую жену. Кто для тебя устроил? Кто это все устроил? Кришна и Дамаянти для тебя нашел. Гурудев — это представитель совершенного Кришны. Только совершенный учитель может иметь совершенных представителей. Кришна совершенен. И мы стремимся к совершенству. Чтобы стать совершенным, мы должны следовать совету и рекомендации Кришны. Если хочешь быть совершенным, ты должен следовать тому, кто очень дорог и близок мне. Кришна проявится нам через садгуру, который полностью которые полностью раскрыты в учениях Кришны. Осознание обозначает то, осознанность обозначает то, что он уже получил бхакти. Он очень близок и дорог Кришне. Level of all every teaching of Krishna, all the teachings of Krishna can be topmost and final teaching is bhakti only. Он представляет собой высший класс и лучшим образом представляет все наивысшие учения Кришны. Мы хотим, чтобы Кришна был only we want. Мы хотим, мы очень хотим, чтобы Кришна был счастлив. Это бхакти. Что Кришна хочет, мы должны это делать. What we want, что мы we хотим. Say it will be happening or not, what we want, what Krishna wants. Krishna wants that all should be done in the bhakti. Мы хотим, произойдет или нет, но мы должны хотеть того, что хочет Кришна. А Кришна хочет, чтобы мы развивались в бхакти. Мы хотим стать очень незначительными слугами Кришны. Но для этого нам нужно получить чье-то наставление. Наставление очень экспертного, квалифицированного. Такого как с вами он чистый, квалифицированный представитель Кришны и преданный. Все, кто когда-либо встречались с вами Махараджем, утверждают, что
Они испытывали совершенно уникальные, необычные переживания. Они еще не знали, что такое Бог, но они чувствовали себя счастливы в Его присутствии. When they come, they create harmony, inspiration, enthusiasm in those groups on the other. Когда он являлся, он все время воодушевлял, заражал людей энтузиазмом, вдохновением. И зарождалась вера в сердцах преданных, которые приходили. И он вдохновлял своих преданных, пожалуйста, изучайте учение Кришны. Пожалуйста, изучайте в переводе учения, которые представлены. Если мы хотим возрастить эту веру в учение, мы должны постоянно обучаться, постоянно читать, сталкиваться с этим учением. Бхактивиданта Свами Махарадж говорил, даже когда я уйду из этого мира, останутся мои книги. И у тех, у кого есть вера в учение, описанное в этих книгах, Кришна поможет им. Кришна устроит для них встречу с идеальными и квалифицированными учителями. После ухода Шрилы Прабхупады все книги были распространены преданными. И появилось много новых преданных. Старшие преданные ученики Шрилы Прабхупады были готовы помогать новым преданным. И некоторые из них стали, как бы это сказать, bewildered. Ну, странно себя вести. Как, например, отца нет. Как, например, вот отца нет в доме, и некоторые дети думают, находясь дома без отца, да я тут, пожалуй, самый важный, самый главный. Yes. Дайте ему просад. She is living also, yes. You have to do some work. She needs to arrange visa urgently. Oh, for visa. For India. Not for India. Еще не закончилось. Тогда тебе нужно все устраивать. Преданные тогда подумали, а теперь мы все гуру. А это очень опасно. И после этого начались ссоры, раздоры, разделения на группы. Даже самые возвышенные из них, как названная личность, они спрашивают, they ask his advice. Yeah. Они
у таких возвышенных личностей, как было названо, спрашивали совета, что же нам теперь делать. Они не могли следовать. И вот приходило много новых преданных. Столько книг распространялось. И репутация чистой бхакти была подвергнута риску. И вот эта чистая бхакти стала не совсем чистой. Они стали проповедовать, что живые существа падают с Вайкунтхи. Изначально они были в духовном мире. И потом мы стали завидовать Кришне. Но на самом деле ни в одном писании этого не написано. Ни одно писание таких вещей не описывает. Но у них остались письма от Шрилы Прабхупады, где говорится, we are all with Krishna. А мы все были с Кришной раньше. В этих письмах Но они не могли правильно понять, что он им передавал, потому что в этом языке слова могут обозначать разные. У них могут быть разные значения. Как маленькие дети, они не всегда могут правильно понять, что на самом деле говорил сделать им отец. Anyhow, так или иначе, the teachings became compromised with some speculation and some worldly conceptions. И таким образом, так или иначе, учения подверглись, репутация учений подверглась некому риску. И И на нее была наложена светские концепции, светские представления. They were thinking that society is more important than bhakti. Утверждалось теперь, что общество, оно важнее, чем развивать бхакти, что быть в обществе это важнее, чем бхакти. И они утверждали, что если только вы присоединитесь к обществу, только тогда вы сможете развивать бхакти. Так, этого также нигде не найти в Писании. Ни в одном Писании это не было. Бхакти будет развиваться, если только мы получим его от того, у кого оно есть. Если у нас будет накоплено достаточное количество духовных переживаний, сукрити, тогда мы сможем встретиться с человеком, с личностью, которого есть Бог. Это очень важно. У кого недостаточно сукрити, они, возможно, заинтересуются бхакти или религией. Но, возможно, некоторые искажения. У вас уже есть опыт какой-то в этой жизни, как это все произошло.
Некоторые из нас были мусульманами или в православной вере. Христианка была? Православная? A kind of, a little. This world, very dangerous world. Этот мир очень опасен. Even they try to prove that religion is pointless. Religion has no value. Mm-hmm. Because they want that everyone should work and pay taxes so that politicians can manipulate all the resources of this planet. Они хотят, это очень опасно, они хотят собирать налоги, а также правительство может использовать религию, чтобы манипулировать людьми. Only when there is pure devotee, he can give proper direction, because he is the perfect representative of the perfect teachings of Krishna. Only pure devotee can do it. Только чистый преданный может дать верное направление, поскольку он чистый, идеальный представитель Господа. So Krishna, he always sends his pure devotees to help the sincere devotees. Krishna is telling whenever there is decline in religion, I will call myself. Either or I send my pure devotees. Krishna всегда посылает чистых преданных, когда есть какие, чтобы помогать искренним преданным, новым искренним преданным. И Кришна говорит, когда есть какие-то, когда приходит время искажения религии, нарушения религии, я сам прихожу, чтобы. Then after Sri Bhaktivinoda Prabhupada, his followers, they were increasing, so many more books, so many more buildings, temples, very nice. Ученики Бхактивинода Свами Махараджи и Прабхупада, они благодаря им движение разрасталось, они отстраивали новые здания, продавали больше литературы. Но очень много разногласий, раздоров, ссор. Не было фокусирования на чистого учения. Even preaching became more worldly compromised. И даже сама проповедь, она стала более светской, она подверглась искажению светскому, наложению светскому. И потом явился Шри Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, Гурудев. And he clearly established that your Guru Deity came to give your Krishna consciousness. И он очень ясно установил, что ваш Гурудев приходил дать чистое сознание Кришне. Вы не должны ссориться друг с другом. Если хотите, со мной вы ссорьтесь. Я это все вынесу. Я хочу только помочь вам. Получить то, чего вы истинно жаждете, счастье, чистого счастья. Я хочу помочь вам. They all started following. Некоторые ученики Шрилы Прабхупады рассуждали, вот явился Нараяна Госвами Махарадж, наверное, он хочет занять положение нашего гуру, он хочет такое же собственность, такие же богатства, но те удачливые, они не могли понять истинной природы Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, но некоторые удачливые, они понимали суть явления этой личности и стали следовать ему. They don't want
don't want money. They want only to give bhakti. В этом величии, величие чистых преданных Кришны. Им не нужно ничего, им не нужны ни деньги, ни все эти огромные здания, им не нужно это высокое положение, не нужны последователи. Все, что они хотят, это дать бхакти. Гурудев говорил, что те, кто, если мы будем практиковать бхакти должным образом, последователи сами появятся, они придут сами, они привлекутся. Потому что they don't know. А потому что мы не знаем, что такое чистая бхакти. И мы привлеклись к чистым преданным Господа. Но мы сами не знаем, что такое чистая бхакти. И Гурудев учит нас, что такое чистая бхакти. И как получить это бхакти. Гурудев научит нас. И так со временем поступенчато мы станем более зрелыми в чистом бхакти. И также мы сможем помогать другим. Но если мы не очень экспертны, не очень квалифицированы, все может закончиться тем, что мы подвергнем репутацию бхакти риску, мы исказим бхакти. И вот Кришне придется послать нового чистого преданного. Это всегда происходит и будет происходить. То, что принес Шрила Прабхупад, это чистое сознание Кришны. Что следующая личность приносила, это тоже чистое сознание личности. Сознание Кришны. Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж проповедовал в каждой деревне, его проповедь была очень успешна. Преданные Кришне в этом мире ни в чем не нуждаются. Потому что у них есть Кришна. Вот почему. Потому что Кришне все принадлежит. Так чего же им желать от этого мира? Он принимает все, что предлагают ему преданные. За распространение Кришна Бхакти he will give. Если у кого-то есть деньги, он вовлечет их в печатание книг. Если у кого-то есть здание, он вовлечет их в строительство ашрамов. Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, у него ничего не было, он был очень просто одет, у него даже часов на руках не было, но он давал восхитительную, прекрасную харикатху. И вот из одной деревни два очень успешных бизнесмена пришли к нему. Они сказали: «О, Свамиджи, мы так впечатлены вашей прекрасной харикатхой». И вы такой отреченный, у вас ничего нет. А у нас столько всего есть.
And we think we are happy, but you are completely detached and you are so happy. И мы считали, что мы счастливы, а вы вот абсолютно отречены, у вас ничего нет, и вы выглядите таким счастливым. У нас есть все, прекрасные дома, дети, жена, но у вас нет ничего, собака, у вас нет ничего, но вы выглядите таким счастливым. А мы не очень счастливы. А вы так счастливы. Мы так впечатлены, вы такой отреченный. А мы не можем быть, как вы. Мы так почитаем вас. Шримад Бхакти Бхагьяна Кешава Госвами Махарадж ответил. Я вовсе не такой уж и отреченный. Это вы отреченные. Ой, тогда они ему сказали, не шутите, пожалуйста, с нами. Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж сказал, а я это докажу вам, я это докажу. Свамиджи, не шутите так с нами, мы же видим, у вас нет ничего, вы ни к чему не привязаны, от всего отречены. Да нет, я еще более привязан, чем вы. И вовсе я не являюсь отреченным. И я докажу. Это вы отречены, вы настолько отреченные. Ну что ж, если вы сможете доказать это утверждение, мы выслушаем вас. И он сказал тогда им, вы отречены от Кришны. А я так привязан к Кришне, я не могу от него отказаться. Кришна так прекрасен, у него есть все. Он готов все отдать, но вы отречены от Кришны. Это так или нет? И бизнесмены сказали. Бизнесмены согласились. Кришне принадлежит все в этом мире, и он может устроить все так и сделать для нас все, чтобы мы обрели эту привязанность к Кришне. А мы что делаем? А мы ссоримся и спорим по всяким мелочам этого мира. Мы забыли Кришну, который является нашим лучшим другом. Однажды Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж был в своем храме. И двое преданных очень сильно друг с другом ссорились. У них были разные мнения на какой-то счет. Кто из них прав, кто не прав. И они были очень недовольны друг другом. Они были готовы даже подраться. Один преданный подошел к Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджу и сказал, скорее идите, там двое преданных собираются сейчас уже подраться. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж ответил, а пусть они ссорятся, пусть спорят. И тогда преданные подумали, да как же он такое говорит, как он своим детям
как детям такое говорить? Почему он их не останавливает? Может быть, он думает, что все как-то разрешится? Зайдя в помещение, где вот эта ссора состоялась, он увидел, что они уже горящими поленьями готовы друг друга. Burning woods. И вновь обратились преданные к Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджи. Но сейчас все уже обрело очень серьезный оборот. Они уже горящими поленями друг друга хотят бить. И тогда Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж сказал: «Я позвал их на баджан». Я сказал им, если вы хотите жить в Матхе и быть моими учениками, я научу вас совершать баджан. Я позвал вас не того, чтобы устраивать тут войны и ссоры. И ссориться по всяким мелочам этого мира. Если уж хотите ссориться и ругаться, отправляйтесь в суд и какое-то дело там начинайте, судебное. И всю оставшуюся жизнь вот это дело судебное ведите и ссорьтесь. Скажите им, пусть идут в суд. Скажите им, пусть идут. Но изначально я позвал их матх, чтобы совершать баджан. Я готов научить их совершать баджан. Все время быть поглощенным. To be absorbed in... И все время быть поглощенным в памятование и воспевание святых имен. И поглощенным воспевание прекрасных качеств и игр Кришны. Таково поведение и характер чистого преданного Кришны. Вот это совершенство. Если мы слушаем о прекрасных характеристиках и играх Кришны, тогда мы обретем привязанность к Кришне, и мы захотим присоединиться к играм Кришны. И мы захотим быть счастливы всегда в трансцендентном мире с Ним. Вот это совершенство. Если бы мы могли жить в этом мире, если бы я дал такие вот бесплатные билеты, быть вместе там, быть очень счастливы, никаких ссор, а только все больше и больше возможностей увеличивать счастье. Все добро пожаловать. Все ваши дети, семьи, даже те, с кем вы раньше не ладили, все будут вашими друзьями. Кто не примет такого приглашения? Кто-то не примет? И нет никаких тревог и забот, стоматологов, визов, смерти, ничего нет. И нет таких перепадов температуры, плюс и минус 30. Все время приятный. Не нужно платить налоги, платить за электричество или за газ. Вообще никаких счетов не надо оплачивать.
Куда бы вы ни пошли, вы везде сможете достать себе сладких фруктов для еды, или меда, или и приготовить себе любую еду, кухни доступны, любая еда доступна, и все бесплатно. И там постоянно совершается киртан на прекрасных музыкальных инструментах. Все говорят друг с другом очень нежно, и все танцуют. И Кришна прекрасный, он все время там и привлекает наше внимание. И у нас особые отношения с Кришной и его дорогими и близкими спутниками. И мы можем выполнять очень сокровенное служение ему, чтобы увеличить его счастье. И кто туда не захочет попасть? В этом заключается послание чистых преданных. Я хочу привести вас в этот мир. Я даю вам ключи от него. Как говорил с вами Шрила Прабхупада, с вами Махарадж, я даю вам ключи, а ключи — это практика, практису шаранагати. Делайте то, что благоприятно для развития чистого бхакти. Когда мы желаем чего-либо в этом материальном мире, бхакти подвергается риску. Чистая бхакти — это желать того же самого, что есть у чистых преданных в трансцендентном мире. Чистая бхакти — это желание иметь ту же привязанность, то же служение, то же настроение, как у чистых преданных в трансцендентном мире. Вот это чистая бхакти. Если мы испытываем это желание, что те, кто следует нам в этом мире, они тоже привлекутся к сознанию Кришны. Если мы хотим же какие-то вещи в этом мире, и before we want, да. А если мы отдаем предпочтение в своих желаниях тому, что есть в этом материальном мире, и игнорируем бхакти, мы будем втянуты в такие разные неприятные ситуации. Мы будем ссориться по всяким мелочам этого мира. А если прежде всего мы желаем бхакти, тогда автоматическим образом, естественным образом, мы будем уважать друг друга. Мы будем вдохновлять всех, чтобы и другие воспользовались этой возможностью. И естественным образом будет присутствовать уважение друг к другу. Есть ли деньги или нет, есть что-то у нас в этом мире или нет, это не будет нас волновать. Honor, no honor. Почитаемые мы, непочитаемые, нас это не будет трогать. Мы будем очень счастливы, потому что мы будем ощущать вкус вечного служения Кришны, который ощущают...
Если мы полностью привязаны к настроению служения чистых преданных, только тогда мы будем счастливы. И это самое важное. Если мы будем знать славу, понимать славу чистых преданных Кришны. И внимательно изучать учения Кришны, которые будут растить нашу веру больше и больше. И будем следовать указаниям чистых преданных. Чистые преданных не волнуют то, что мы хотим в этом мире. Их волнует лишь то, что благоприятно для нас. Постепенно, постепенно, все, что является благоприятным, мы должны больше привлекать в нашу жизнь. А что является неблагоприятным, постепенно от него отказываться. Это называется шаранагати. Согласно нашей собственной квалификации, для кого-то может быть наиболее благоприятным жить в ашраме, потому что у него столько духовного вдохновения. Столько желания, столько вкуса к изучению Писаний и воспеванию святых имен. Но если мы не можем уехать жить в ашрам, то мы все равно можем быть удачливы, потому что мы можем быть вместе здесь, собираться вместе и вдохновлять друг друга, чтобы больше слушать харикатхи и воспевать. У нас ум должен быть спокоен для практики бхакти. А если мы приедем в ашрам и начнутся различные ссоры, кто тут здесь самый важный, кто тут здесь самый компетентный, то это не приведет ни к чему хорошему. Мы должны все более и более стремиться к тому, чему учил Шрила Гарудев, привязываться к практике бхакти, и неважно в какой, ну где мы находимся, в ашраме или в какой-то, ну, в другом месте. Вы можете оставаться в том ашраме, в котором вы есть. Это может быть саньяси ашрам, грихастха ашрам или брамачарья ашрам. Просто стремитесь слушать харикатху. И благодаря этому процессу Кришна будет завоеван и поселится в вашем сердце. Все, что будет происходить в нашей жизни, мы все это примем. Значит, Кришна так все устроил. Мы все это примем и вынесем. Это очень важно. Мы ничего не можем изменить. Все, что с нами происходит, это согласно нашей предыдущей накопленной карме.
И никто в этом не виноват, в этих происшествиях, которые с нами случаются. Это наша собственная вина, это наша собственная карма. И не нужно жаловаться. Не надо никого обвинять, вот это из-за него я попал в такую ситуацию. Нет, это наша собственная вина, мы находимся в той ситуации только по собственной вине. Я все это вынесу, я вытерплю это и буду продолжать заниматься бхаджаном. Но я буду искать возможности и шансы обрести более совершенный более совершенную саду санга. Я буду все время в поиске все более и более совершенного общения. Вот то, чему пришли научить нас чистые преданные Кришны. Мы должны увеличивать наше бхакти. Сегодня остановимся на этом. Мне нужно еще переговорить с Падманабхой Махараджей. Если у кого-то возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь с ними. He's afraid the question will be too long, but говори. Тут есть как бы три вида. In this book there are three types of Siddha Mahapuru. Three types of Siddha Mahapuru. Я не могу найти. Будда Кашай. He's trying to find the names of these types. Там говорится, что примером Нирдута Кашай. It is said there that example of Нирдута Кашай is Шукадева Госвами. Is Шукадева Госвами. А как он может иметь физическое body, физическое тело, если он попугающий материал? But how can he have physical body if he is a parrot of Шри Мати Радхи? This is example. Это пример. Устроиться в этом мире, например, например, с Нарада он получил инициацию от четырех кумаров. Он был маленьким мальчиком. Своей первой жизни. В своей первой жизни он получил инициацию от четырех кумаров. Он был маленьким мальчиком. И с ним была его мама. Он был очень привязан к матери, и мать очень любила его, потому что он был ее единственным сыном. He was very calm and peaceful, and when he received mantra and association and Mahaprasad Redmas from these great Mahabharata Vaishnavas, he became at once inspired to pursue the process of Kivavati. В этом мире его ничего не интересовало, он не играл с мальчиками, никакие вот такие вот материальные вещи его не интересовали, и как только он получил инициацию и вкусил просад, данный
Остатки пищи Махабхагавата, он полностью отрекся и внутри, и хотел только следовать пути Бхакти. Но единственным преградой, препятствием была его мама. Но Кришна устроил все, он знал, что все препятствия удаляются Кришной, а Кришна устроил так, что вот эту маму укусила змея, и она оставила тело. Преданные, чистые преданные никогда не волнуются, как вот эти все преграды и препятствия мне преодолеть. Нет, Кришна все сам организует, а преданный только должен волноваться, как мне совершенствоваться в бхакти. Если мы хотим чистого бхакти, мы будем планировать лишь то, как нам достичь его, а о всех препятствиях и преградах будет заботиться Кришна. Когда мать Нарады оставила тело, Нарада удалился в тело, в лес, и стал воспевать ту мантру, которую дал его гуру Махарадж. Он достиг совершенства в воспевании. И тогда Кришна явился. Тогда Кришна был очень привлечен и появился. И он явился на Нараде. И Нарада преисполнился радости и счастья. Но сразу же Кришна исчез. Но Нарада принялся рыдать. Пожалуйста, вернись мне. Я хочу твой даршан. Мне нужен твой даршан. Я хочу быть вечно с тобой. Я хочу служить тебе. И тогда раздался голос с небес, и Кришна произнес. В этой жизни ты должен развивать свой баджан и развивать чувство разлуки со мной. А вот в следующей жизни ты достигнешь совершенства и будешь всегда со мной. Ты достигнешь совершенства. Ты преодолеешь все. Все превзойдешь. Теперь занимайся практикой и становись все более отреченным от этого мира и привлеченным лишь ко мне. У него было желание пребывать в лесу. Ну, потому что он как в благости. Лес. Лес, он находится в благости. Проживая в городе, мы находимся в страсти. Здесь очень шумно, всякая деятельность развивается в городе. А если ты живешь в лесу, гуляешь в лесу, ты обо всем забываешь. И настроение благости приходит, и ты осознаешь, что все происходит естественным путем. Зачем тогда о чем-то говорить? Ведь Кришна все устроил. Я принадлежу Кришне. Я его вечный слуга. А те, кто находится в невежестве, их привлекают отели, шумные места, алкоголь, различные типы интоксикации. Они считают это счастье. Но
Они, но постепенно они утрачивают все хорошие качества и все более и более деградируют. И вот в первой жизни Нарада Риши был Шукадева Госвами. Он вечный спутник Шримати Радхики и Кришны. Под влиянием йога майи он играл роль обычного садаки, который просто практиковал. Практикующий. В Госвами уже не осталось никакого интереса к этому материальному миру. Он хотел лишь воспевать и прославлять и памятовать Кришну. Его деяния, его спутников, его игры, его качества. Ему больше ничего уже не нужно. Ему не нужна ни одежда, ни питье, ни еда, а только все время произносить харикатху. Ну, в этом мире. А когда Нарада Риши достиг совершенства, он вошел в духовный мир. И он вовлечен в вечное служение на Райне. Он также может путешествовать, он может в разные планеты, он может попасть и во Вриндаван тоже. И он служит разными способами. А также ему нравится создавать различные проблемы. Интриги. Он создает какую-то проблему, и все наблюдают, как же Кришна разрешит эту проблему. И есть столько примеров. Но также Нарада может явиться и в этот мир и дать наставление Друви Махараджу, Прахладу Махараджу и многим-многим другим ученикам. И те, кто пребывают как вечные спутники Господа, но могут быть и в этом мире, вот такие личности называются. Только под влиянием йога майи. Под влиянием йога майи Шукадева предыдущий, так же как и Рупа Госвами, под влиянием йога майи они пришли в этот мир, и Рупа Госвами вообще работал в правительстве, в мусульманском правительстве. А на самом деле он Рупа Манджари. Из чего это Рупа Манджари работать в правительстве мусульманском? Но все это устроено йога майи. И все это устроено для того, чтобы научить нас тому, что при встрече с чистым преданным мы должны отказаться от всего и следовать чистому преданному и в результате прийти, уехать во Вриндаван. Мы должны быть.
Мы должны стремиться к тому, чтобы уехать во Вриндаван и жить там. Но если физическое состояние тела это не позволяет, то хотя бы делать это мысленно, в душе. Но и время от времени совершать парикрамы, ездить на парикрамы, это создаст впечатление в нашем сердце, и наш баджан углубится. Ну, только уточните еще. Тут нарекается.